Ну вот и будни снова. Великолепные были выходные, но они заканчиваются. О, кстати, Пивальди. Интересно, полный, нет? Всем привет! Привет, Николай! Здравствуйте! Привет, Мария! Здравствуйте! Короче, сегодня понедельник! Нелюбимый наш день, нелюбимый понедельник. Мы сегодня утром еще чуть в аварию не попали. Ну-ка, расскажи, кстати. Да, бабушка с дедушкой ехали. И мы-то, как обычно, летим по выделенной полосе. Выделенная полоса увезет хоть тебя куда. Фура в жаворонках стала. Буксует. Плюс 45, прикинь. А что, нам нельзя объехать? Вот мы объезжаем. И это. И он, короче, у нас просто... Он как будто бы видит, но он едет просто. И я по тормозам, а машина не остановится. Короче, он сворачивает с полосы на нашу. Да. Не пропуская нас, как будто не видя. Да. И мы, короче, я смотрю влево фура. И там вот между ним и фурой небольшое расстояние. Я не знаю, как я среагировал так потихонечку. Тык-тык-тык-тык-тык. И фура, видать, увидела, что и там сейчас будет кипиш. Он давай притормаживать. И мы проскочили в этот маленький уголочек. Угу. И он берет вправо, опять уезжает. Но мы его догнали. Угу. Вы сказали о нем все хорошее, то, что мы о нем думаем. Поехали домой. Ой, на работу дальше. Ну так. Ну, главное, утро началось. Мы среагировали хорошо, и у нас никакой нервозности не было. Видимо, все-таки таблеточки помогают. Успокойте. Коля, у нас пьет таблеточки, успокаивающие нервную систему. Это, вот так вот начался понедельник. Ну, как, это ж понедельник, понятно. У меня на работе все болеют. О, вообще повальная какая-то эпидемия. Кто-то кашлем, кто-то на голову. Вообще сотрудники вышли, все кроме одного у меня в отделе именно. А тот, который не вышел, я его замещаю как раз полностью. И это прям отвратительно. На Новый год он любит вот такие вот подлянки делать. Кто? Влад. А в прошлом году так. В прошлом году он что-то тоже подлянку какую-то мне подкинул под Новый год. Его же не было, точно. Его не было под Новый год тоже. Гаденыш. Цитирую смс-ку. В жаворонках стоит фура. Не может подняться наверх. Ребята, если вы там, как и мы, стоите, но ближе к застрявшей фуре, помогите человеку. Может, у него песок есть в фуре. Есть. Раскидайте. Перед колесами, иначе мы не уедем до весны. Вот дальнобойщики, ну, ребятам, конечно, жалко их, но есть такие, ну, снежок чуть-чуть падает, и они подняться просто подняться не могут. Поэтому мы объезжаем этот участок, благо есть объезд. До дома нам все равно еще 44 минуты. Мы задержались, потому что, почему? А, да, я, кстати, это... В этом году первый раз вписалась в тайного Санту в Яндексе. Никогда не вписывалась ни на каких работах, и в Яндексе тоже не вписывалась. Хотя уже работаю там 4 года, 4 с половиной года там работаю. Первый раз вписалась в тайного Санту, отправила в подарок столик для ноутбука. И мы вот заезжали в СДЭК и отправляли. Сам столик, мне же поставщики подогнали его, он мне обошелся что-то за 500 рублей. А отправка, я отправляла в город Арзамас, мне обошлось в 700 с лишним рублей. Короче, отправка мне оказалась дороже, чем сама посылка. Но я вот решила столик, захотелось мне столик. Положила ему еще туда грамоту от Деда Мороза, письмо от Деда Мороза и такую вот открыточку. Вот, поэтому мы чуть позже едем, чем обычно. На ужин планирую намутить просто вареный картофель с... рыбой. Надеюсь, найду нормальную рыбку. Два пункта. Интересно, да? Елочку нарядили. Один на привозе, один в центре. Есть пункты СДЭК? Да. Один на привозе, один. Да, мы СДЭК планируем. Это еще посылочку отправить. В Сибирь. Смотрим, чем лучше. Чтобы вы понимали, Коля в машине слушает частушки.
все, мы уже ловим кайфули на расслабоне. Там у нас почему-то кот так очень странно лежит. Его, видимо, робот-пылесос хотел засосать. Робот-пылесос его всегда проезжает, зацепляет и катает потом на себе. Мы смотрим «Полярный». Я поработала немножко за компьютером. Ну, как поработала? Там для новогодней нашей деревни там немножко надо было дозаказать. Я еще не дозаказала, но я Коле показала. Он утвердил, мы позже закажем. И отправила трек-номер получателю. Ну, ему придет все равно смс-ка, но там еще у нас форма по тайному санте. Отправила трек-номер, короче, чтобы человек отслеживал посылочку свою. Вот. И мы покушали. Все, больше ничего не делали. А кушали мы сегодня простой ужин. Отварная картошка. Горбуша, да, соленая? Горбуша и сельдь соленая. Короче, картошка с рыбкой. Все. Время уже 10-11 час. Мы приехали во сколько? В 9, да? Час дома. И уже спать. Вот так вот. Ладно. У кошки что-то шарится. Не улежится. Всем спокойной ночи. Всем до завтра. Всем. Пока. Коля. Ну, мы вместе, вы сами знаете почему.